Здравствуйте. Можно? Да. К амбулатории в Молоково сегодня прикреплено более 7 тысяч человек. Конечно, помощь специалистов, особенно узкопрофильных, здесь востребована постоянно. Поэтому дважды в месяц сюда приезжают врачи из разных отделений Видновской больницы. Записи к ним на прием разлетаются, как горячие пирожки. Выездные бригады – это специалисты, в которых наша амбулатория нуждается, наши пациенты нуждаются, потому что это огромная помощь и в диагностическом, и в лечебном плане. А, к сожалению, у нас транспортная доступность не очень хорошая, и вот выезды узких специалистов нам просто необходимы. С 9 утра обследование пациентов в амбулатории начали 5 врачей. Это офтальмолог-хирург, невролог, эндокринолог и лор. Каждый за время приема осмотрит не менее 30 человек. Без помощи специалиста никто не уйдет. Хотя время работы бригады расписано до часу дня, на деле врачи работают до последнего пациента. Очень удобно. Принимали, никогда такого не было, доброжелательно так, и все очень хорошо. Первый раз в жизни мне так повезло. На этой неделе мобильная бригада врачей также посетит амбулаторию совхоза имени Ленина и поселка Володарского. Обследование пациентов проводится по программе диспансеризации. Работать медики будут с 9 утра до часу дня. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.